Всем привет! Сейчас я вам покажу, как можно сделать простой вибродвигатель. Для начала берем карандаш, нож и вырезаем пазы в количестве 7-15 штук. Теперь вырежем из бумаги небольшой пропеллер. С помощью линейки найдем центр на нашем листике 3,6×2,18. Теперь соберем все до кучи. Ну и осталось проверить. Всем спасибо за внимание. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будет еще много интересных экспериментов и поделок.